поминках продолжаются работы по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Специалисты коммунальных служб и управляющих компаний проводят ремонт систем теплоснабжения в разных микрорайонах. Заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков вместе с активными жителями провели обход многоквартирных домов в деревне Брехово. В целом дома подготовлены удовлетворительно. Везде изоляция есть, задвижки видно обслуженные, поменены, манометры тоже поверены. Есть незначительные замечания, где-то в небольшом количестве скопления мусора, где-то там нужно поправить буквально какие-то элементы благоустройства. Как рассказали в управляющей компании «Ваш дом», гидравлические испытания на предмет протечек уже провели в большей половине домов. В рамках проверки прошлись по подвалам, посмотрели инженерные сети, чердаки все проверили, теплоизоляцию. Вот я доложил замглавы о проведенной работе. Мы в рамках подготовки заменили на сегодняшний момент порядка 12 задвижек. Вот, и где-то заменили около 150 метров теплоизоляции. Представители администрации и дальше будут проверять готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Напомним, этим летом ТСК «Мосэнерго» проводит второй этап реализации инвест-программы, в рамках которой работы будут проведены на 38 центральных тепловых пунктах и 17 котельных. Специалисты заменят участки теплосети по 82 адресам. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.